Строители красят стены, а директор укомплектовывает классы. Лицей в микрорайоне «Искра» почти готов к приему учеников и их преподавателей. Осталось завершить отделочные работы и разобраться с внешним видом прилегающей территории. Руководитель подрядной организации обещает навести красоту к 25 августа. Работу мы уже практически заканчиваем. То есть на сегодняшний день готовность, наверное, 95%. Делаем, осталось благоустройство, которое мы уже тоже начали, заканчиваем. Сегодня в школу нагрянули активисты Общероссийского народного фронта. Они не первый раз приезжают с проверкой в это учебное заведение. Фронтовики несколько раз замечали промедление в строительстве. Ну, обещали нам, что будут забетонированы дорожки, где будет проходить линейка. Пока этого как бы не сделано. Классы набираются, а преподавательский состав уже готов. Руководить учебным заведением будет Елена Малюгина, действующий директор школы номер 6. Елена Владимировна утверждает, что в новом лицее будут работать высококлассные специалисты. Набран педагогический состав грамотных, квалифицированных, творческих, инициативных, молодых и креативных педагогов, которые на сегодняшний момент работают над разработкой образовательной программы школы. Большая часть работ выполнена, однако учителям и их воспитанникам придется подождать, прежде чем приступить к учебному процессу. Для начала лицей должен получить лицензию на образовательную деятельность. По плану Министерства образования школа начнет учить либо в конце первой четверти, либо после новогодних праздников. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов, новости Улправды ТВ.